Здравствуйте. Время новостей на Пятом канале. В студии Екатерина Юхнова. О самых важных событиях расскажем прямо сейчас. Инспекторы дорожно-патрульной службы города Азова спасли мужчину, которому стало плохо за рулем. 21 век на дворе. Цифровые технологии практически во всех сферах. А дорог в селах Азовского района как не было, так и нет. На предприятии «Теплоэнерго» к своим обязанностям приступил новый директор. 6 декабря двое инспекторов дорожно-патрульной службы спасли жизнь мужчине, у которого позже врачи диагностировали сердечный приступ, случившийся за рулем. Примечательно, что это не первый случай, когда сотрудники ДПС спасают жизнь человеку. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Инспекторы дорожно-патрульной службы Вячеслав Скриневский и Артем Давыдов патрулируют улицы не первый год. В их обязанности входит контроль за наличием дорожных знаков и разметки, а также за движением транспортного потока. Во время очередного патрулирования лейтенанты полиции обратили внимание на неадекватное поведение водителя. Ну вот на Красноармейской заметили машину, это получается Красноармейская, Московская. Там ехала хаотично, грубо говоря. Ну вот сейчас покажу место, где мы заметили автомобиль. И какие были ваши действия? Ну остановился автомобиль, мы подошли к водителю. И водитель сказал, что он себя очень сильно неважно чувствует. У него там задыхается. Боли в груди. Тяжело дышать. Инспекторы вызвали скорую помощь, которая приехала на место довольно быстро. Позже врачи диагностировали у водителя сердечный приступ. Это не единичный случай, когда сотрудники ДПС спасают людям жизнь. Также экипаж тоже недавно оказал помощь пассажиру, которому также стало плохо на Кагальницком шоссе. Это буквально там месяц назад где-то тоже доставили в больницу ГБ-1 города Азова, где оказали своевременную помощь врачи. И как бы угрозы жизни пассажиру ничего не угрожало. Тоже вот наряд сработал. Участники дорожного движения привыкли видеть в лице сотрудников ДПС недоброжелателей, которые караулят водителей, чтобы специально выписать им штраф. Этот стереотип уже давно устарел. Благодаря работе патрульной службы в нашем городе устанавливают искусственные неровности, там, где это необходимо, камеры дорожного движения, а также светофоры, чтобы свести к минимуму количество дорожно-транспортных происшествий. К сожалению, и эти меры не всегда помогают. В последнее время участились дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов. Наезды на пешеходов как по вине пешеходов, так и по вине водителей. То бишь пешеходы переходят проезжую часть дороги в неположенном месте, в результате чего на них осуществляются наезды. Также водители невнимательно относятся, подъезжая к пешеходному переходу, не останавливаются, не смотрят, там отвлекаются, в результате чего допускают наезды на пешеходов. Сегодня утром в селе Пешково, недалеко от пешеходного перехода, была сбита пожилая женщина 1946 года рождения. Водитель задержан, выясняются обстоятельства происшествия. Пострадавшие находятся в больнице под наблюдением врачей. Уважаемые участники дорожного движения, а также пешеходы и водители, когда переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам, регулируем, не регулируем, будьте бдительны. Это как ваша безопасность как пешеходов, так и водителя. И также, когда пешеходы двигаются по проезжей части, этого делать нельзя. Нужно двигаться только по тротуарам. Будьте вежливы и бдительны друг к другу. Ивана Пажица, Владимир Чекунов, Азов.Инфо. В конце ноября на предприятии «Теплоэнерго» города Азова произошли кадровые изменения. На должность директора был назначен бизнесмен и общественный деятель Александр Бондаренко. Сейчас разбираемся, так скажем, с насущными вопросами, решаем все возникшие проблемы. Жители города Азова могут в любой момент обращаться в единую дежурную диспетчерскую службу. А также напрямую мне, как руководителю, мы уже будем принимать какие-то решения, чем сможем помогать, ну и участвовать всячески в жизни нашей организации, МУП «Теплоэнерго», и, соответственно, помогать нашим гражданам решать их вопросы, касаемые нашей организации. Ранее работал в ГУПРО «Ростов-Автодор», в коммерческих организациях различных. Для меня эта работа, скажем так, с одной стороны новое, с другой стороны все понятно. Работа с гражданами, работа с людьми. Вот. Ну, стараемся, пытаемся. Вы уже, собственно говоря, будете дальше оценивать, как мы работаем.
Село Александровка Азовского района основано в 1740 году. Однако с 18 века здесь мало что изменилось. Все так же большинство дорог во время дождя становятся непроходимыми. Электро- и водоснабжение, конечно, есть, но для 4500 сельчан эти блага цивилизации не всегда доступны. Недавно в село Александровку из Краснодарского края переехала молодая семья Рудовых. Изначально новых жителей приятно удивило хорошее качество воды. Я не профессионал в этом, но могу судить по чайнику. В чайнике в Услабинске была всегда накипь, но здесь этой накипи отсутствует. Здесь, соответственно, качество воды совершенно другое. Она по вкусу здесь гораздо лучше. Но огромный минус, что не так часто она здесь бывает, потому что периодически ее отключают на сутки. Вот, допустим, сегодня мы находимся в очередной раз без воды. Отключили опять на сутки, как нам сказали, и сказали запастись водой на трое суток. Излишне говорить, какие неудобства испытывает без воды семья, в которой растут двое малышей. Самое изобилие воды – это вот, опять же, вот эти лужи. В доме, соответственно, воды нет. Когда она будет, конечно, может быть, сдержат слово, что она будет через опять как вечером или завтра утром, мне это неизвестно. Но к этому всему еще и добавилось отсутствие света. По словам Алексея Попова, который живет в Александровке 5 лет, перебои в электроснабжении происходят каждую неделю. В зимний период, когда у большинства людей здесь начинается отопительный сезон, есть у некоторых, у большинства электрокотлы, вот, и паровые котлы с электронасосами. И когда отключается электричество, то люди, они замерзают. Результатом многочисленных жалоб в сетевую организацию стали несколько ничего не значащих отписок. Содействие людям попытался оказать один из депутатов областного законодательного собрания, который инициировал проведение выездной проверки. Где выявили кучу нарушений, у меня есть бумаги от этих организаций, которые сообщают о том, что действительно в моем заявлении нарушения по выездной проверке обнаружились и будут предприняты меры, которые они перечислили. Вот. А перечислили они что? Они перечислили, что установка опор будет бетонных и замена на СИП-провода. Ну вот, как вы видите, по улице Ленина, в принципе, поменяли только, вот как видно, один столб. А вот эти столбы, они их оставили по непонятным для меня причинам. Ну и, соответственно, СИП-проводов, как видно, не видно. Другими словами, вроде бы что-то делали, но в итоге ничего не изменилось. Перебои с электричеством по-прежнему стабильны. К числу самых острых проблем старинного села относится состояние дорог. Многие из них остались в таком же виде, какими они были в прошлом и позапрошлом веке. Мы, получается, с семьей переехали сюда в середине октября. И были, конечно же, крайне неприятно удивлены тем, что происходит с дорогами. Потому как мы сюда переезжали, было солнечно и ясно, но когда пошел сезон дождей, то, конечно, нас поразило вот это происходящее вокруг нас, перед нашим домом. Можете все наблюдать, что здесь происходит. Попросту нельзя проехать. То есть машина не вездеход, и, соответственно, приходится выкарабкиваться на ее слабых четырех колесах. Если пешком, об этом вообще совершенно речи нет, чтобы детей довести до садика пешком. Каждое выпадение осадков становится причиной колоссальных трудностей для того, чтобы отвезти или забрать детей из детского сада. Причем не только на машине. Здесь, в принципе, отсутствует тротуарная дорожка для пешеходов. То есть, как бы она есть, но как бы ее и нет. Она вся уже проросшая, и, соответственно, там попросту даже не разойдутся два человека, если будут идти друг на друга навстречу. Детям, естественно, не объяснишь, что идите ровно посерединке, потому что или пойдете или влево, или вправо, вы упадете. Естественно, кто-то и падает. Вот это о чем говорит? Это говорит об отсутствии элементарной безопасности детей. Доходит до того, что из-за непроезжих дорог региональный оператор по обращению с ТКО в дождливую погоду не может вывести мусор. Квитанции, безусловно, приходят на оплату, но приехать они к нам не могут, так как говорят, что дорога отсутствует, и попросту машина регионального оператора по вывозу мусора не может подобраться к вашему дому. То есть как хотите, так и живите. Сельчане самостоятельно, как могут, пытаются сделать дороги проезжими. Например, засыпают самые глубокие ямы кучами опавшей листвы. Но это дает очень кратковременный эффект. Павел Рудов уже направил обращение в администрацию Азовского района о содействии в улучшении состояния дорог и очень надеется на положительный ответ.
ведь просит о самом минимальном. Нам не надо здесь трассу для Формулы-1. Нам попросту достаточно просто сделать какую-то отсыпку, каким-то гравием. Пусть он, не знаю, будет как плохого качества, но просто попросту, чтобы машина не проваливалась. Потому как по дороге, вот этой, сами можете понимать, не проехать совершенно, даже на каком-либо БТРе. Узнать о планах по развитию Александровки вообще, а также дорог и системы освещения в частности, наша съемочная группа намеревалась у главы сельского поселения Натальи Хижняк. 15 часов 50 минут. Рабочее время. График работы администрации Александровского сельского поселения с 8 часов до 17. То есть рабочее время, но попасть невозможно. Причем никаких пояснений о причине закрытых дверей нет. Разве это не является одним из косвенных свидетельств неэффективной деятельности главы администрации и ее команды? Екатерина Четверякова, Татьяна Иващенко, Владимир Чекунов, Азов.Инфо. Проект «Дела милосердия», о котором мы неоднократно рассказывали в выпусках программы «Азов.Инфо», в сентябре текущего года прекратил получать государственную поддержку. Но, несмотря на это, благотворительная работа продолжается. Принять участие в проекте и помочь тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации, может любой желающий. Особенно это актуально в преддверии новогодних праздников. Подробности в сюжете. В июле 2020 года служители Азовского храма святителя Луки Крымского выиграли грант президента Российской Федерации по проекту «Дела милосердия», основная цель которого – обеспечение горячим питанием одиноко проживающих людей преклонного возраста, а также врачей ковидного госпиталя. В сентябре текущего года финансирование гранта завершено, но работа продолжается. С Божьей помощью у нас получается готовить те 80-100 обедов, которые мы готовили, благотворительных, и разносить их с помощью волонтеров по домам тех бабушек и дедушек, которые в этом остро нуждаются. Наш проект – это системная помощь. Мы организовали достаточно большое количество людей вокруг этого доброго дела и надеемся, что так будет продолжаться и дальше. Неравнодушные граждане продолжают приносить продукты, чтобы поддержать мало знакомых людей. Работу не прекратили и автоволонтеры, которые ежедневно по заявкам доставляют горячий обед для нуждающихся, а их более 80 человек. Я бы хотел обратиться ко всем людям, всем жителям нашего города с просьбой о помощи. У кого есть какая возможность, у кого-то есть возможность отнести обед, у кого-то есть возможность помочь продуктами. В каждом храме нашего города стоят особые корзинки, где мы собираем продукты. Можно их принести на нашу благотворительную кухню. Вот. И таким образом мы сможем сделать наш проект, наши дела милосердия, таким непрерывным процессом. И это будет такое постоянное доброе дело нашего города. Чтобы проект продолжал свое существование, было принято решение подать очередную заявку на конкурс президентских грантов. Ответ ожидается в феврале 2022 года. Наш грант, он волонтерский, и, собственно, за счет средств гранта мы просто оплачивали зарплату повару и закупали необходимое кухонное оборудование, посуду. Вот. Сейчас мы планируем перейти на многоразовую посуду. Это будет и более экологично, и дешевле. Вот единственное, что это создаст дополнительную нагрузку на волонтеров. То есть нужно будет не только отнести обед, но и забрать потом посуду, вернуть ее обратно на кухню. То есть это дополнительная нагрузка, поэтому нам будет нужна такая особая волонтерская помощь. Независимо от решения конкурсной комиссии, проект «Дела милосердия» будет продолжать свою работу. Такое решение коллективно было принято волонтерами и прихожанами храма святителя Луки Крымского. Ивана Пажельцева, Алексей Покатило, Азов.Инфо. Далее смотрите новый выпуск программы «Голос минувшего». На сегодня это все. Впереди прогноз погоды. Я прощаюсь с вами. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 6-15-54. Будем делать новости вместе. Берегите себя, соблюдайте социальную дистанцию и масочный режим. Всего вам доброго. До новых встреч.
пятницу 10 декабря пасмурно. Днем плюс 8, плюс 9. Ночью плюс 4, плюс 5. Ветер южный 1-2 метра в секунду. Влажность воздуха 87%. Уровень воды в реке Дон на 58 сантиметров выше нормы. Температура воды плюс 5 градусов. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба.